Члены фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Татьяна Одинцова и Михаил Солнцев побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Константина Сергеевича Федотова. Почетный гражданин муниципалитета рассказал о планах на свой столетний юбилей, хочет написать автобиографическую книгу. Депутаты-единороссы пообещали помочь с ее изданием, а также организовать отдых в санатории.